Всем привет, в эфире «Сегунда». Отправляемся в прекрасный город Уэска, где местная одноименная команда, которая еще совсем недавно играла в испанской премьере, примет «Малагу». «Малагу», которую мы тоже помним по выступлениям не только в премьере, но и в Еврокубках совсем недавно. «Малага», которая считается одним из исторически больших клубов, который на данном этапе историческом, опять же, играет в «Сегунде». Передача в центральный круг, и Уэска очередную атаку разгоняет. И как раз через «Нвакали» они идут в основном. Передача классная, удар поворотом в ближний угол. Мяч падает с ноги у Флориана Мигеля, 23 лет. Родился, начинал в Нигерии, по правому краю передача. И успевает там выйти из ворот. И дальше удар! Штанга! Вот это да! Вот этот момент. Хоакин. Там аж заулыбался. Хоакин Муньос. Вот смотрим, передача. Вышел-то правильно Дани Мартин. Но выбить не получилось. Тоже мяч не лег на ногу. И просто получилось так, что отдал передачу Хоакину Муньосу. Фернандес, а вот это очень опасная передача и потеря какая, Брендан! Последний момент у Андреса мяч отобрал, вот еще раз смотрим. Поборолся с ним, Фернандес остался на ногах. Был контакт, но контакт в пределах правил. Команда переименовалась, она же до этого называлась «Малагенья». Классная разрезающая передача, очень опасно будет. Эскриче! Эскриче! Мимо! Классный разрезающий пас на этот раз на Дани Эскриче. И еще одна блестящая атака Уэски. И снова очень близки они к тому, чтобы счет открыть. Но счет все никак не открывается. Вот смотрим. По моменту выбранному передача просто безупречная. Дальше подкат, ну такой довольно аккуратный. От Пеберна, итальянская диаспора. В Аргентине много было иммигрантов по ходу 20 века. Ох, это тоже красота какая. Эскриче. Эскриче в штрафной. Отдает пас под удар. Удар мимо. Ну а Калибил по возможности способствует, но Эскриче здесь блестяще сыграл. Причем абсолютно понимал, что делает. Может быть, исполнение получилось не такое, как он планировал. Но на деле очевидно, что финт ровно такой, который получился. Да, жестко пришлось сыграть. Против Виктора Гомеса арбитр промолчал. Офсайд уже в другую сторону. Вот такой очень быстрый, выбивал просто далеко вперед. Андрес Фернандес, и Малага начинает во владение. Это тайм. Секу бьет поворотом и тащит Фернандес. Еще удар защитника попадает. Малага блестяще начинает второй тайм. Очень активно. И Уэска как будто горит. Гасама в игре. Сбалансировал на линии идеально. И дальше мяч принимал. И аккуратно попытался пробить в дальний угол. И капитан. По правому краю. Прострел еще один. Эскриче. Бить надо кому-нибудь. Удар! Классный момент еще один. И Дани Эскриче снова в центре внимания. Но бил на этот раз Ломбардо. Энцо Ломбардо. Он, напомню, вышел вынужденно по ходу первого тайма, когда Муньос травмировался. И вот смотрим еще раз. Скидка на Ломбардо. Единственный верный вариант был здесь от Дани Эскриче. Ломбардо стоял рядом. Был один. Сыграл на Олимпиаде этим летом токийской. В составе румынской команды съездил в Нидерланды и оказался в Уэске. Тут бить можно. И удар действительно в створ. И блестящий сейв. Какой момент классный. Мне бы казалось, тут две нужно давать. А это Эскаси, его удар. Классный. И прекрасный сейв. Тут на Келечи нужно отдавать. Так и происходит. Келечи бьет поворотом. Видимо, увидел, что потерял бдительность там Дани Мартин. Подключился к нему телепатически, но... Подача. На линию вратарской. Добивание. Гол! Гол! Забивает Малага, но из положения вне игры. А вот это точно будут смотреть и проверять сейчас. Ну-ка, давайте смотреть. Подача. Вот он, удар номер один. Ну да, в моменте непосредственным образом поучаствовал 17 номер Пеберн, который, ну, был в большом офсайде. Поэтому тут, в общем, речи
взглянуть самостоятельно. Да, офсайд, все подтверждено. Там причем все впереди, кроме вратаря, разве что. Времени действительно только на один заброс. И вот заброс вперед, крайне неудачный. На этом все заканчивается. Прекрасную игру с вами посмотрели. УСК Малага 0-0. Много здесь было и контакта, и грубости, и нарушений. Но самое главное, много было моментов, много было зрелищного, много было техники. Так что, уверен, несмотря на отсутствие голов, никто из вас о просмотре матча этого не пожалел.